Всем привет, с вами Ирина. Я не могу вам передать своей радости, которую я испытываю, когда я рассматриваю все подросточки, и когда я нахожу среди этих подросточков растение, у которого проклюнулась цветонос, вы себе не можете представить моей радости. У меня уже эмоции немножко поутихли, все нормально, я уже спокойна, поэтому могу уже говорить, могу снимать видео, могу вам показать. Я вам не могу просто передать, сколько радости, как я прыгала. У меня ребенок спрашивает, говорит, мама, что за слоник у нас завелся? Так мама прыгала от радости. Ребят, вот хочу показать вам так, чтобы было видно камера. Так, вот это у нас верхний корешок, а возле корешочка под ним, сейчас я попробую немножечко поднять листик, чтобы было видно. И вот у нас проклевывается цветоносик возле корешка. Так, и это растение у нас Дженнифер Палермо. Так что тоже очень мне интересно, как же зацветет это растение. Варианты цветения этого растения уже есть в интернете. Можно набрать в Google, в поисковик Дженнифер Палермо, и оно вам выбьет, покажет все варианты цветения, как у кого цвело это растение. Опять же, это все индивидуально. Возможно, у меня зацветет совсем по-другому, и возможно, у меня будет совсем другой цветочек. Но варианты цветения, я говорю, можете посмотреть в интернете, они уже есть, у некоторых уже зацветают эти растения, и люди делятся своей радостью. Очень многие, конечно, не делятся, вот, но те, кто делятся, тогда уже можно плюс-минус определить, какая же орхидеюшка расцветет у вас. Так что вот такая вот еще одна приятная новость на сегодняшний момент. Так что я буду дальше рассматривать все свои растения и искать среди них растения с цветоносом, потому что мне очень-очень интересно и очень хочется дождаться и посмотреть, как же зацветут вот эти вот подросточки, вот эти вот крохи, на которые мне писали, ой, да это ж такие крохи, что ж мне с ними делать, я же даже не знаю, как поливать, как ухаживать. Ребята, вот эти вот крохи растут цветоносы, это здорово. Побольше вот таких вот крох всем, и побольше вам всем радости, побольше цветоносиков, и пусть радуют вас ваши орхидеюшки своим цветением. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам огромное всем за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.